Насколько я понимаю, это, наверное, самая такая щепетильная тема, по крайней мере, для меня. Потому что за последнее время видела очень много, скажем, проблем, да, связанных с этой темой, с проблемой рака. Конечно, хочется, да, чтобы наконец-таки уже появился препарат, который был способен вылечить, наверное, всех людей нашей планеты. Но боюсь, что в ближайшие годы, мне кажется, даже десятки лет, почему-то это будет невозможно. Потому что это все не так просто. С одной стороны, можно, конечно, говорить о том, что это судьба, но все-таки рак есть рак. Пока что он непобедим. Как мы сами видим, это очень тяжелая болезнь. И все-таки, конечно, хочется верить, что все это произойдет. Что неважно, кто изобретет данный препарат, пусть это будут западные страны, пусть это будем мы. Но главное, чтобы все-таки все поделились своими исследованиями, объединились и уже нашли одно единое средство.